Всем привет, я художник Екатерина Бородулина, группа ВКонтакте «Картина счастья в дом». Решила показать вам моих котиков и рассказать, почему они такие. Все началось вот с этой краски, это турецкая зеленая, и еще мне очень хотелось порисовать турецкой голубой. Так сильно захотелось, я думала, ну что мне нарисовать, это вообще не моя гамма цветовая, я пишу пионы в основном или там птиц каких-нибудь. И внезапно я подумала, глаза котиков должны быть, значит, турецкой зеленой нарисованы. И пошло-поехало. Я заказала у мастер-класса набор пастельный. Там как раз была сразу и турецкая зеленая, и турецкая голубая, и там английская голубая. Тут, в общем, почти все краски я использовала. Ну, конечно, желтый я брала из другого набора, тоже мастер-класс. Еще я подмешивала здесь... Это малахитовая, светлая. Это у меня тициан. И белила я тициан сейчас использую. Мне нравятся они. Ну, так в целом. А, еще здесь зрачки я рисовала. Я не использую черный цвет. Я использую неразбавленный какой-нибудь темный. Тут это, по-моему, синий ФЦ. Если не ультрамарин, то это синий ФЦ. И у меня вот такие котики получились. Формат 20 на 20 у них. Это холст не натянутый, грунтованный. Из рулона. Я люблю на нем писать, он классный. Вот такой вот котик. Такие вот они у меня получились. А все почему? Потому что мне захотелось рисовать турецкой зеленой. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчики. Что там обычно еще говорят? А, переходите ко мне в группу ВКонтакте «Картина счастья в дом». Всем рада, со всеми буду рада познакомиться и пообщаться. Всем спасибо, всем хороших продаж и хороших покупок.